Огонь едва полностью не уничтожил крупную оптовую базу в Вольске. Возгорание произошло рано утром. На въезде в город загорелась оптовая база, которая принадлежит индивидуальному предпринимателю. Предположительно, очаг возгорания находился на верхнем этаже трехэтажного здания. За несколько минут огонь полностью охватил помещение, обрушилась крыша. Склад выгорел на площади 3500 квадратных метров. В тушении задействовали несколько единиц спецтехники. Понадобилось даже вызвать помощь из соседнего ЗАТО «Шиханы». Открытый огонь удалось ликвидировать лишь спустя 3,5 часа.